Доброго времени суток зрителям, священным гостям нашего канала. С вами Рокси, вы на канале Роли Гейм Онлайн. И это первое видео в новой рубрике «На дне Стима». Спасибо в первую очередь моему товарищу Сане, который выступает всегда в роли моей самой главной поддержки для создания новых видео, моим креативным директором, который подсказывает мне о созданиях каких-то новых рубрик, каких-то конкретно новых видео. Сань, это посвящается тебе. Сегодня мы с вами посмотрим игру, которая находится далеко-далеко-далеко в списке Стима. Она бесплатная. Это не обязательно должна быть плохая игра. И она не первая и не последняя, которую мы будем рассматривать. Это может быть игра небольшой инди-студии одного или двух разработчиков, которые не являются какими-то крупными магнатами. Поэтому сейчас мы посмотрим, что она вообще из себя представляет. Ну а вы уже сделаете для себя выводы, захотите вы ее скачивать, играть в нее или нет. Игра нам повествует о огненном демоне в японском таком сеттинге, который должен сражаться против прихвостней и против своего главного врага, как я понимаю, ледяного демона какого-то. В общем, есть название у нашего, точнее имя у нашего персонажа, имя у главного врага, но это все в описании в Стиме, кому интересно, прочитайте. Особо никакой истории или предыстории конкретной сюжетной линии, как я понял, здесь нет. Это обычный 3D-слэшер, в котором мы будем бегать и просто всех рубить. Кстати, неплохая прорисовка, как по мне. То есть ничего такого особенного, но не совсем ужасненько. То есть так, на уровне, скажем, небольшой студии. Поэтому плохого ничего не могу сказать. Ребятки, подлагивает это не меня, подлагивает. Это в моей игре так. У меня, конечно, компьютер деревянный, но не настолько. Против нас выступает одноглазый Джо с большой ледяной рукой и кинжалом рукой. Так, атака, сильная атака, понятно. Сейчас мы нарубим, нашинкуем своим огненным мечом. Так, если твой сворд в огне, можно добить. Ну, понятно, добиваем. Смотрите, даже он есть добивание. Красота же, ребят. Лепота. Я понимаю, здесь, как во всех этих играх, нам нужно бить. Прыгать, бить, прыгать, бить, прыгать. И сейчас мы заюзаем эту хрень. Красиво. Согласитесь, красиво. Или же, если даже не красиво, то хотя бы, по крайней мере, эффектно. В общем, нарубали на колбасу. Или даже, наверное, на замороженные пельмени этих ребят. Потому что такой мой огонь, мы сила. Сейчас я заряжу и давайте еще раз. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Ну, смотрите, ну неплохая же игра, ну да? Ну отлично, можно побегать, убить время, убить этих одноглазых чубриков. Отлично. Вот только что прыгать нельзя, как-то, знаете, для меня это непривычно. Ага, это человек, точнее не человек, а персонаж стреляющий. Не заморачивались, кстати, видите, по поводу отработки. Так вот, у кого-то такая рука, у кого-то это с этой же руки стреляет. В общем, все очень просто. Не знаю, это что ребята нас ждут. Это, наверное, просто статуи. Ну, чтобы они не расслаблялись, порубим их. Вот, это, напомню, эта игра бесплатная в Стиме. Вы можете найти ее по названию, скачать и просто побегать. Я не знаю, сколько здесь геймплей, сколько оно все происходит по времени, сколько там нужно, чтобы пройти эту игру полностью. Я этим заморачиваться не буду, оно мне не надо, думаю, вам тоже. Кому интересно, просто побегайте, убить время, качайте, играйте. Смотрите, какие я чудеса здесь делаю на виражах, просто. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Тот, кто стоит, стреляет. Ух ты, ящики разбить можно? Нельзя, оказалось. Все очень классненько, очень классненько, очень даже неплохо. Вот это эти штуки, я так понимаю, это, наверное, сохранение или контрольные точки. Так, какие-то птеродактили надо будет нападать. Теперь нажмите F для парирования. Ага. Получил. Следующий. Глаза ведущий. Кто? Эти реакция мангуста. Это было изи-бризи. Врываемся дальше. Что-то не что-то.
хочется сказать, кто тут из вас самый крутой. Я даже по-стоящему промахиваюсь. Так, лабуда это загорелось, значит, соответственно, мы сохранились. Вот. Надо сразу рубать вот этого жирного, пока у нас жирного зарубили. Хорошо. Теперь делаем вот так. Меч не зарядил. Плохо, плохо, плохо. Ну, веселая же такая, целая, ну как веселая, динамическая такая игра. Не стесняться, самовыражаться. Отлично, тут сразу уже потом поиграть. Еще и стреляющие. Наверное, на этом сейчас наше прохождение не закончится, ребят. Меня так уже охерячили неплохо. Все, да. Я просто при смерти. Не знаю, смогу ли я выжить в этой неравной битве с этими сосулькометами. Да, все-таки я вышел в этой битве, и можно двигаться дальше, я так понимаю. Дальше еще одна вражина, и не одна. И еще, наверное, какой-то он паук появится. Ну, это, наверное, уже будет, ребята, для тех, кто будет дальше в нее играть. И обязательно, кто пройдет, вы потом подскажите, расскажите, что же там было интересного, что я пропустил, что не пропустил. Птица меня это достала уже. Где она? Оп. Не ожидали. А вот так вот, что вы на это скажете? Не знаю, я вот чувствую себя, что как будто я профессионал в этой игре. В общем, принцип бей, бей, прыгай, бей, прыгай, прыгай, бей. И не забудь отпрыгивать. Потому что если ты отпрыгнешь, не отпрыгнешь, то ты умрешь. Все. Я считаю, что я просто чемпион. И на этом, наверное, мы наше видео закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. С вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока-пока и до скорых встреч.